О ходе отопительного сезона и решении актуальных городских проблем расскажет глава города Владимир Явланов. Завтра в прямом эфире он ответит на вопросы жителей краевой столицы. На телеканале «Краснодар» в 19 часов смотрите программу «От первого лица». Вопросы мэру жители мегаполиса адресовали заранее, позвонив на горячую линию. Однако спросить о наболевшем можно и во время прямого эфира. Телефон сейчас на ваших экранах. Задавать вопросы Владимиру Явланову можно, начиная с 7 вечера. Программа продлится 1 час.